Здравствуйте, товарищ рыболов. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать немного о такой интересной приманке, как РАКС в 80-м размере. Выпускает ее компания Герман. С продукцией Герман знаком достаточно давно. Да, я думаю, не я один, а многим рыболовам нашей страны она пришлась, их продукция, по вкусу, в силу своей доступности и высокого качества. А также их продукция реально работает, то есть прекрасно ловит рыбу, что, собственно, нам, обычным рыболовам, и нужно. Итак, приманка РАКС, или РЭКС, в размере 80 мм. Что она из себя представляет? Это такое, такая креатура, чем-то напоминает рачка, то есть как некая ракообразная. Приманка имеет длинное червеобразное тело с большим количеством ребрушек, достаточно глубоких, двумя плоскими конечностями, вероятнее всего имитирующих клешни ракообразного, и длинными плоскими тонкими усами. Приманка изготавливается из прочного, но эластичного материала, обильно пропитанного креветочным аттрактантом, который не смывается благодаря своей особой формуле на протяжении всего жизненного цикла приманки, то есть сохраняет очень долгое время привлекательность для рыбы. Данная приманка может оснащаться абсолютно разнообразным способом, но предпочтительнее всего использовать офсетный крючок. Из-за ее достаточно тонкого тельца основного, то есть, видите, в ребрышках можно спрятать жало офсетного крючка, тем самым повысив проходимость приманки через разнообразные водные препятствия, то есть растительность, либо же коряжник. Приманка поставляется в блистерной упаковке. Которая сохраняет его, ну, то есть ее свойства, и аттрактант не выветривается. Проводку данной приманки можно использовать абсолютно разнообразно, но предпочтительнее будет классическая джиговая ступенька. И как раз таки на классической джиговой ступеньке, когда грузик касается дна, то есть на паузе, благодаря эластичному материалу и достаточно тонким и широким конечностям, приманка сохраняет остаточные колебания. И в этот момент, как правило, исследует поклевка. Либо же поклевка происходит в основном при начале движения, после паузы. Ну а аттрактант и съедобные свойства материала делают свое дело. Так что всем советую обратить внимание на данную новорачка. Думаю, многим понравится. Рыбу ловит. Ссылку на товар я оставлю в описании под роликом. Также под роликом вы найдете промокод, использовав который новые покупатели интернет-магазина F-Magazine получат скидку от 5 до 15% на 100 и более разнообразных рыболовных брендов, таких как Lucky Craft, Pantone 21, Aquatic, Magic Craft, ну и так далее. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока. Видеообзор был подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.